Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев, добро пожаловать на станцию Савеловская Большой Кольцевой Линии. Эта станция была конечной в течение некоторого времени, сейчас отсюда уезжает часть поездов Большого Кольца по линии 11А до делового центра, и буквально на днях была открыта новая часть Большой Кольцевой Линии. Все она была замкнута, но в этом ролике мы с вами проедем по новым туннелям от Савеловской до Электрозаводской с промежуточными остановками на Марьиной Роще, Риж и в Сокольниках. Сейчас утро, поэтому пассажиров в нашем поезде немного, и для максимального удобства и наглядности мы с вами идем в последнюю дверь последнего вагона, чтобы видеть весь поезд вдаль и по этому поезду ориентироваться, куда наши пути поворачивают, а куда нет. На электронном табло вы видите, что до прибытия поезда чуть больше одной минуты, но информация на этом табло сейчас отображается не очень четко из-за того, что пока еще не все оборудование настроено. Это вполне стандартная ситуация для всех новых открываемых участков, и сколько бы их ни переносили, все равно что-то придется настраивать уже после открытия. Ну а я вам сейчас, пока мы ведем поезд, напомню, что самая лучшая поддержка для моего канала — это лайк прямо сейчас и подписка, независимо от того, на какой площадке вы меня смотрите, на YouTube, на Дзене или где-нибудь еще. А также отдельное огромное спасибо всем тем людям, которые являются спонсорами моего канала на Boosty. Вы можете присоединиться к их числу в любой момент, а сейчас я показываю вам на экране тех людей, благодаря которым ежемесячно этот контент продолжает появляться. А также там же есть люди, которые поддерживают отдельные видеоролики. Ну а наш с вами поезд сейчас уже будет прибывать, сюда же пришел машинист. Меня это немножечко напугало, вдруг поезд сейчас будет до делового центра и, соответственно, на Савеловской у него конечная. Но нет, все-таки наш поезд идет именно по кольцу. Он уже обклеен под нынешнюю моду с гигантскими буквами БКЛ. Хорошо, что они попытались написать «Большая кольцевая линия» на всех вагонах, иначе это никто не смог бы прочитать, кроме людей, которые просто знали бы, что такая надпись здесь существует. И все чаще и чаще в интернете встречаются аббревиатуры. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Марьина Роща. Для максимальной наглядности я буду показывать вам карту расположения туннеля. Она будет всегда в правом нижнем углу экрана, чтобы мы с вами видели и сам поезд, и эту схему. На ней розовым обозначены туннели метро, синим – железнодорожные пути. Сейчас, после отправления от станции Савеловская, мы с вами глянем налево. Именно здесь находятся тупики, в которых оборачивались поезда Большой Кольцевой Линии, и в принципе сейчас они могут там оборачиваться, что и делают поезда линии 11А. Вот этот путь сейчас отходит налево. Это можно было бы назвать классическими тупиками метрополитена, так называемый шестистрелочник, но здесь эти два пути немного разведены друг от друга, из-за чего сейчас вы видели небольшой поворот направо, обозначено стрелочкой зеленой на самой схеме внизу справа. В этих туннелях один из тупиков является обычным тупиком, а другой соединен с тупиком станции Савеловской Серпуховско-Тимирязевской линии для контакта между различными линиями метрополитена. Это обязательно нужно. Сейчас наш поезд поворачивает налево в районе улицы Двинцев. Туннели отходят от Сучевского вала в сторону третьего проезда Марьиной Рощи. Он расположен параллельно Сущевскому валу, и в этом месте мы как раз будем прибывать на станцию Марьина Роща Большого Кольца. Но до поворота направо мы еще не доехали, поэтому сразу скажу, что примерно в этом месте, где находится сейчас глубокая станция Марьина Роща, когда-то хотели попытаться построить станцию мелким заложением, но не получилось. Поэтому сейчас мы едем с вами на очень большой глубине, но не по самому глубокому туннелю московского метрополитена. По крайней мере, источники говорят, что сейчас самая глубокая точка столичной подземки на перегоне между Парком Победы и деловым центром Солнцевской линии. А здесь всего лишь самый длинный эскалатор. Но это не означает, что станция самая глубокая. Итак, мы с вами прибываем на Марьину Рощу. Станция Марьина Роща.
3 год на Люблинско-Дмитровскую линию. Выход к железнодорожной станции Марьино Роща. Второй диаметр. Отдельно прошу вас написать в комментариях, стоит ли мне уделить внимание пересадке с Марьиной Рощи МЦД-2 на Большое Кольцо, потому что мне кажется, что эта пересадка будет пользоваться неплохим спросом из-за новой связи второго диаметра и Люблинско-Дмитровской линии. Жаль, что электронное табло пока еще не настроено и скорость движения поезда не показывается. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рижская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующий перегон до станции Рижская поменьше и попроще. Мы с вами отправляемся со станции, и сейчас, сразу после нее, наш поезд будет поворачивать направо под проездами и улицами Марьиной Рощи, таким образом снова приближаясь к улице Сущевский вал и всему третьему транспортному кольцу, но не очень сильно, потому что самое большое сближение из этого участка будет чуть дальше, уже после Рижской. Поворот направо здесь плавный, точно так же, как и плавный поворот дальше налево. И во время этого поворота мы с вами будем проезжать территорию, на которой будет построен весь комплекс, сейчас известный как РЖД-Сити. Сколько конкретно домов там будет, так и неизвестно, потому что вариантов много, и даже после начала строительства что-то может измениться. Вот прямо сейчас мы находимся под территорией всего Рижского грузового двора, всего путевого развития, когда-то богатого на этом вокзале и на грузовой станции, а сейчас оттуда не отправляются даже пригородные поезда, но они туда в ближайшее время вернутся, как и должны вернуться ласточки до Муравьева. Но для пассажиров МЦД в будущем должны будут построить второй выход с большой кольцевой линии, который будет расположен в пересадке на Калужско-Рижскую, но когда, пока неизвестно. Станция Рижская. Переход на Калужско-Рижскую линию. Выход к Рижскому вокзалу и железнодорожной станции Рижская. Второй диаметр. Рижская станет в будущем самым большим пересадочным узлом с метро на МЦД. Сюда уже пришел второй диаметр, подводится четвертый, недалеко третий и ожидается глубокая станция пятого диаметра. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – Сокольники. Туннель до следующей станции Сокольники нам с вами интересен несколькими изгибами и планами по строительству еще одной станции, которая должна была иметь пересадку на Москву-3. Но от этого отказались, и тогда казалось, что это самое плохое решение. В принципе, и до сих пор оно, нельзя сказать, что идеальное. Однако с планами строительства подземного участка 5-го московского центрального диаметра становится возможным построить пересадку с будущей станции Рижская Ярославского направления именно на прошлую Рижскую. А сейчас наш поезд, отъехав от станции Рижская Большого Кольца, поворачивает налево. И здесь мы с вами проезжаем под многочисленными железнодорожными путями. Сейчас над нами железнодорожная станция Николаевка, где обслуживают поезда дальнего следования. И здесь вот такой небольшой прямой участочек. Это нельзя назвать заделом под строительство метрополитена, однако именно здесь теоретически можно было бы придумать еще одну станцию. Да, перегон был бы очень маленький, но его ценность была бы очень велика. Но сейчас мы с вами уже начинаем поворачивать направо, а значит, над нами пути Ярославского направления, и мы с вами сделаем небольшую кривую, которая потом в районе поперечного просека закончится. И поворот направо сменится плавным поворотом налево, и мы въедем уже в парк Сокольники. Некоторые злые языки говорят, что такие кривые только мешают метрополитену, но мы с вами не можем полностью на 100% быть уверенными, где какие грунты, где какие коммуникации, поэтому если оно построено так и сейчас эксплуатируется хорошо, без каких-нибудь аварий, как на некоторых других линиях,
то пусть оно так и остается, ведь безопасность в метрополитене превыше всего, и вас тоже призываю быть внимательными при пользовании метрополитеном. И раз уж ваше внимание уже сейчас сосредоточено на мне, то я вам скажу вот что. Сейчас мы с вами проезжаем под парком Сокольники, и никакой проблемы для парка в этом нет. Московский метрополитен давным-давно проходит под самыми разными парками, скверами, садами, бульварами, и никакой проблемы для того, что на Земле не существует. Главная проблема там, на Земле, в том, что нужно как можно больше зелени добавлять в центр города. В Сокольниках, к сожалению, не все идеально, но я могу сказать, что это лучше, чем ничего и чем некоторые другие проекты, которые предлагались альтернативными. Ну а вообще, строительство метрополитена и глубоких подземных туннелей для метро, для автомобилей, для поездов под зелеными насаждениями – это нормальное явление, которое практикуется во всем мире. Так что здесь у меня никаких претензий нет, а мы прибываем на станцию Сокольники. Станция Сокольники. Переход на Сокольническую линию. Мы с вами находимся ровно под Сокольнической площадью на участке между улицей Русаковской, которая переходит в Стромынку, и небольшим песочным переулком, который расположен рядом с одним из новых выходов из метрополитена вблизи церкви. И этот же выход наиболее близок для тех, кто хочет пойти погулять в парк. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Электрозаводская. Весь участок от Сокольников до Электрозаводской мы с вами тоже обязательно проедем, потому что по нему до открытия Большого кольца в полном объеме пассажиры не ездили, и даже машинисты на нем тоже не бывали. Тупики, которые использовались станцией Электрозаводская, пока участок до Нижегородской был в составе Некрасовской линии, расположены между Электрозаводской и Лефортово, поэтому там поезда прибывали сначала на один путь станции, потом разворачивались назад, ехали в тупик, выезжали из тупика на другой путь, и после этого снова разворачивались и ехали уже в сторону станции Некрасовка. Ну а мы сейчас с вами поворачиваем налево, это плавный длинный поворот, и впереди нас с вами ждут небольшие изгибы линий, то немножечко левее, то немножечко правее, таковы уж туннели на этом участке. Над нами сейчас 2, 3, 4, 5 Сокольнические улицы, после них улица Матросская Тишина. С левой стороны при движении поезда по часовой стрелке, как мы с вами сейчас едем, улица Барболина. Дальше слева будет Рубцовско-Дворцовая улица, а с правой стороны относительно нас идет улица Гастелло, которая доходит до Электрозаводского моста, который уже через Яузу. Это небольшое дополнительное искривление, которое вы видите на карте, фактически проходит под жилыми домами и обходит чуть-чуть в стороне Благовещенскую церковь в Сокольниках. Я не знаю, есть ли какая-то связь с конкретным обходом этой церкви, но рядом с ней построены высокие дома, влияние метрополитена на которые могло бы быть гораздо сильнее, но в итоге никто же не падает в котлованы метрополитена и никто не проваливается в туннели столичной подземки, хотя иногда кажется, что очень много людей этого боится. И сейчас мы с вами поворачиваем направо, наш с вами поезд значительно замедлился, немножечко скребется. Мы проехали под Яузой и подъезжаем к станции Электрозаводская, где пересадки еще не готовы. Станция Электрозаводская. Наземный переход на Арбатско-Покровскую линию. Выход к железнодорожной станции Электрозаводская. Вот и все. Наша с вами поездка по северо-восточному новому участку Большой кольцевой линии закончилась. Мы с вами выходим из поезда и уступаем место другим пассажирам. А я вам напомню, что сейчас, так как станции только открыты и реальная обкатка с пассажирами проходит все эти ближайшие дни, в течение определенных часов могут быть затруднения в движении поездов. Конечно, это связано с тем, что пока еще система не идеально обкатана. Но так бывает на всех новых участках. Хороших вам поездок и спасибо за поддержку. До новых встреч. Пока.